Ой, ой, здрасте. Здрасте, здрасте. Ой, сегодня у нас такая фурга. Девочки, мальчики. Кстати, здравствуйте, друзья и враги. И, ну, враги есть на Ютубе у меня, да. Прям не могу. Я плачу. Ну так уж есть у меня и враги, и друзья. Да. Как мама говорит, лучше мяукнуть, чем гавкнуть. Да, друзья. А что делать, Мы уж всю правду говорим, всю правду, друзья мои. Как-то шел я по улице. Сзади меня такие грязи были. Так лилось от других людей грязь в мою сторону. Я подошел, говорю. Молодые люди, вы это обо мне? Они говорят, нет, мы не о вас. Не-не-не, мы не о вас. Говорю, а чё вы так, об ком вы? Да мы о себе говорим. А ну то я и вижу, что вы такие страшные. Да, девочки, мальчики. Не, мы не колемся, мы не бухаем, мы только кофе выпиваем, милые мои друзья. Это, короче говоря, вот так вот. Вот. Маня, голуби, вот, видите, там летают, да. Вот такая вот правда обо мне, да. Некоторые люди думают, что я такая подлюха, плохо себя веду, делаю плохие вещи. Ну, девочки, мальчики, я ж не со зла, я ж их вообще не делаю, да. Не пью, не бухаю, не курю, ну и не каюсь. Это очень страшно. Да. Время у нас, друзья мои, очень так, без 20 уже час. Все, милые мои. Люблю, целую, обнимаю. А на улице кошмарики. Вот видите. Кошмари. Всем здорово, най-най-най, 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 най-най-най.